Ну вот сегодня я работаю на огородчике возле лагерного пруда. И вот брат Игорь с ребятами приехал, с Тарасием, с Нестором. Вот сидят рыбачат. Сейчас посмотрим, что они там нарыбачили. Игорь на своей машине приехал, на Ниве. Ветерок небольшой поднялся. Ну что, братья, как у вас улов? 5 рыб. Карась и 2 гольера. Ух ты, ничего себе, гольера. Даже карась есть. Да, ну, где-то вот такой вот. Что, волна поднялась хуже уже, наверное, видно, да? Да, вообще, как волна вот пошла. Вот такой вот где-то карась и желтый. Да что, я показать богу, что карася. Взять-то еще сложно. Ух ты, желтый даже, ух ты, здорово. Гольяй. Мне раньше нравились желтые, они то ли вкуснее, то ли... Они слаще. Слаще, да? Ага, и у них костей нету. Вот какой. Первый самый попался, я думал, сейчас как попрут у нас. И все, и концовка. А что-то это, подкармливал как-то, нет? Да, как подкормку кинули, ага. И после этого? Да, и после этого пошел. Без подкормки вообще ничего не было. И вот такие вот гольянчики, вот тоже, говоришь, желтыши. Красивенький. А этот Юнчук и Сергей Попков тогда тоже брал эту кукурузу, тоже ловил на него. Но они тогда карпов ловили. Ну, у нас пока... На червяков, правда, еще тоже. У нас пока ничего нету больше. Все. Вот. Ой, ничего, никто не хочет. 3-1-1. Ну что, ему по статусу положено больше, Игорь Владимирович. Ну да. Ну он просто это начало дал, расклевало. Ну, да, как бы. Ну видишь, это вот, вот, ой. Пошла. Опля. Эх ты. Ушла. А что-то я... А, вы грузило, наложили хорошо, да? Ну да. Поутопали у вас. Все-таки, значит, грузила не хватало вначале. Ну да, грузила не хватало. Где ловить, что меня нет? Потому что когда меня нет, рыба лучше ловится. Рыба меня нет. Место, не юродствуй, давай лови. Ветер сдувает и все, ничего не поделаешь. Ага. Ты перекинь, а то у тебя долго стоит оно уже. Они, ну, видишь, на поджидание хотят поймать. На лень. На лень. Кидать-то, закинь, вот ты лень. Ну да. Рыбка любит движение, Нестор. Не лень. Да. Вон там вот Игнатий Иванович пришел, мне помогает тоже. Мне помог сейчас. Здесь? Уже. Ага. Помоги. Вон он. Идет. Что, отбил-то, да? Да, все, отбил там. Сейчас можно спокойно, я и крапил убрал там все. Ну, нормально. Можно сейчас. Правда... Журналов не положил, чтобы газетки читать, ну, думаю, так обойдетесь. А бумагу положил, да? Бумагу положил, ага. В том году что-то я не помню, с кем я тут рыбачил. А с кем-то из этих, из уральских, да. Здесь, да? Да, и они такую бороду тут мне сделали. Пришлось резать ее в леску. Не могли распутать. Две удочки они переплеснулись между собой. Перекрутились. Ну у вас ничего тут ловилось? Ловилось, да. Притом часто хорошо гольян. Еще нету. И началось. Желтого карася поймали. Желтика. А вот посмотрите, где он это. Вон туда пройти, там тихо. Вон видно. Вон где куст, под второй куст. Вот смотри дальше. Вон туда? Да. Не этот куст, а вон тот куст подальше. Там тихо, вот туда пройти, я думаю, там бы лучше было. Там совсем не качается. Рыба любит тишину. Ну да, конечно. Ну, так, ребята. Так и вон тоже, там вон тишина стоит, он с левой стороны. Ну там вот резку набило, видишь, а там резки нету никакой. Так, ну туда идти, я не знаю, надо... А кто карася поймал? Да я поймал. Уда хороший. Да, желтый хороший вообще. А вы еще что-то поймали? Да, он одного гальяна и я одного гальяна. А туда проехать можно? Нет. Куда? Туда. Нет. Никуда. Все. Нет, там загорожено у нас. Там загорожено. А там нужно загородки хотя бы, можно? С
здесь тут можно, конечно. Тут там доехать до этой, дать. До загородки, да. Вот до крапивы можно. А, до крапивы. Вот до крапивы. А там где? Там от коробки до лучше. Я думаю, там несравненно лучше. Так, сучок, придется перебираться нам, да? Попробуй. Это что-то такое хорошее сделать, чтобы она у вас удилищая коробка была. Ну еще, в среду, это в пятницу должны начать делать это все, надо заснять выполнить. Ты только руководи, им расскажешь на месте, подать надо какие-то, забить, может быть, руками как свая. Ну они так-то в воде там торчат, я не знаю, посмотрим. Ну, да. И сделать обязательно, чтобы ручки были. Ну да, это. Я думаю, если свая забить, то вверху можно их чем-то скрепить. А, и тогда она будет стоять прочнее. Что, у нас много есть. Что сделать, не понял? Там кривые разные жерди, но. И из них вырубить. А прямые, которые, сделать перила. А, ну это понятно. Ну и забить так, чтобы они над водой были хоть маленько вот так вот. Больше-то не надо. Надо. Ну давайте, ребята, сходите. Сейчас, да, пойдем. У нас уже быстро бывает, кстати. Перебраться куда. Растут так. Но. Им есть кого расти. Ну, помолиться только, Игорь. Только помолиться, Игорь говорит. Давайте помолимся. Ты можешь их сидеть. Благодарю. Игорь, ты встретил любого сидя молиться. Так, ребята. Шаг не давай, когда я ибо ты знаешь все сокрытое, Господи. Ты рыбакам, апостолам сказал, закиньте сеть по правую сторону. Скажи и нам так, Господи, во славу Твоего святого имени. Да будет место благословенно сие. Все приезжающие и уезжающие. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Да? Давайте потихоньку. Какую-то машину попросили. Это дело все в том, что ветер поднялся. Метров 70 не будет даже. Ветер поднялся совсем недавно. А вот видишь, а ветер-то, а там ветра нету. Затишье, отсюда видать. Он был уже, рязка-то здесь была уже. Ну вы поняли где? Вот второй кузов. Вы подальше отойдите, где куста нет, чтобы не цеплялось. Иди сюда. Вот второй куст, а между ними большое расстояние. Вот вплотную подойдите, свайпу или что там это, обвала нету. Конечно. Я это посмотрю сейчас. Гляди, куда вода-то ушла. Вообще, никогда ее не было. Никогда не было. Воду подняли максимально. Больше нельзя. Знаете, купаться прямо отсюда же можно, да? Да, здесь купаются. Вот я, вот это вот делает в пятницу. Заходить, крещение принимать. Все. Ну, раз я не нужен, я еще поеду домой. С Богом. С Богом. С Богом. Интересно все тут в деревне. Хоть как поверни, в деревне лучше. Конечно лучше. Никого чужих нету. Все свои. Рядом храм. Живет гостей. Хорошо, что деревня. Ну, наверное, в пятницу начнем занятия. Надо попросить. Ты, брат, позвони Виктору Андреевичу. Скажи, ты очень нужен. Я позвоню ему, ага. Виктор Андреевич тут главная фигура. Он всегда приезжал. Пусть приедет. Это так было. Чтобы в пятницу утром был здесь. К этому времени. Может и пораньше отпроситься. Ну, что скажешь? А вот тут приезжают Потеряевские. Вот они костерок делали. Видишь, Игорь? Ага. Ясно. Бывшие Потеряевские. Неверующие. Это все жили. А зачем костер делали? Они здесь ночевой были.